Наша компания занимается производством радиооборудования, в том числе специализированных средств телекоммуникации. Это не только системы, не только радиостанции, это также системы и средства радиосвязи, инфраструктурное оборудование, в том числе и для нефтегазовой отрасли, и для химической промышленности. Данное мероприятие для нас на самом деле очень полезно, потому что мы можем в ходе этой конференции продемонстрировать наши решения, которые уже применяются по всему миру, и рассказать присутствующим здесь участникам конференции о нас и предоставить информацию о наших решениях.